Всем привет! Меня зовут Александр Северов. Недавно мы обновили модельный ряд колонок под маркой Nivalux. В ближайшее время мы ожидаем поступления в продажу данной колонки в трех модификациях: Nivalux 5514, 5514E и 5514M. Данные колонки способны нагреть 14 литров воды в минуту. Отличительной особенностью является обновленный дизайн облицовки, большим ярким дисплеем и одной ручкой регулировки. Давайте более подробно рассмотрим технические характеристики каждой из колонок. Nivalux 5514 отличается установленным водогазовым узлом с латунной водяной частью, оснащенным гидравлической модуляцией пламени горелки. Он оптимально подойдет для потребителя, которому требуется высокая производительность. Nivalux 5514 без проблем осилит две точки водоразбора. Колонка очень надежна, оснащена 6 системами безопасности. Датчик тяги, датчик на перегрев, свеча ионизации, электромагнитный клапан в газовом узле, микровыключатель, сбросной клапан. Уже совсем скоро вы сможете оценить данную колонку по достоинству. В ближайшее время мы расскажем еще о двух модификациях Nivalux 5514. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал.